хотим о городе одном, а конкретно о районе металлургическом. Здесь аллеи пар, клубы, колледжи и школы, как всегда в руках пакеты с чипсами и колой. Мусор разный, на ЧМЗ мы порой видим, только эту пыль и грязь вокруг мы ненавидим. Выброс из завода, выхлоп из машины, мусорим мы. Город должен быть красивым, мы для этого нужны. Мы должны беречь то, чем по сути мы живем. Должны не засорять те улицы, по которым едем. Должны думать о будущем и заботиться о нем. Должны гордиться тем, что на свете мы живем. Дворники, хорошие люди, помогают мне сберечь. Но сейчас даже не в этом, наверное, суть и речь. Говорят, что наш район самый зеленый в городе, и что на заводах работают иногда при холоде. Наш район металлургией славится. Кто тогда природу сохранить пытается? Фантики, бутылки и куча другого хлама в детстве в урны выбрасывали, так учила мама. А сейчас мы позабыли, как вести нужно себя. Детство в прошлом, настоящем мы живем, весь мир губя. Небо серым уже стало, от завода все идет. Если еще мы поможем, то к чему все приведет? Всем нам нужно дать заботу экологии страны. И быть может, очень скоро успехи будут нам видны. Мусор наш бросать лишь в урны, не сорить, где урны нет. К чистоте нужно стремиться, это вам одна совет. Мы должны беречь то, чем по сути мы живем.